Часовая рабочая смена, там в шахте непосредственно рабочее место. Замечательно, мне нравится. Все классно. Донецк — это супер. У нас такая же работа, но не совсем такая грязная. До свидания. До свидания. Следующие эмоции. Я хотел поработать, но меня не оставили. Хотел бы сказать организаторам большое спасибо. Посмотрели действительно собственными глазами, что такое шахта. Черные ребята работают по таким рискам. Очень колоссальные, я не знаю, что это. Так как мы отдаемся спорту, так здесь отдаются своей работе.